Да, ладно. О, а куда это вы намылились? Поеду на разведку. На разведку поеду ты, проверять. Ты что, разведчик? Сергей Николаевич есть. Поеду на разведку, растет, нет, и ворчай. Подрастает, не подрастает. Да. Ух ты. Чего там? Бензина нету. Бензина мало. Димка ездил к пацанам. Весь бензин прокатал. Юр, поеду там посмотрю. Угу. Растет, не растет. Еще же рано. Не рано, запаздывает все. Так что... Он собака за дядей Сережей отстает. Ну. Что, залил? Залил. Не видно там. Не помню, что. Что там булькает? Так. Чтоб не слили, да? Или он закрывается на замок? Да он на замок, да, да. У нас есть татарская деревня. Раньше была юрт. Юрт Бергамак назывался. Деревня разъехалась. Кстати, мы с Еленой Степановной ездили, как-то показывали. Малину собирали там. А, малину собирали, иван-чай собирали. Съездить хочу туда посмотреть, а то кто-то скажет, вот ты одно и то же все показываешь. Только себя любимого. Так что сейчас поедем людей показывать. Смотрите его любимого. А что, там люди есть? Там, да, люди живут. Поедем показывать людей. Как да. Они живут. Им в этом году свет провели. Электричество. Так что вот так вот. Покажем, сейчас съездим. Дорога. Юрт Бергамак. Бывший. Старый. По обоим сторонам вот этой дороги стояли улицы. Здесь дома стояли. На этой стороне. И стояли дома на этой стороне. Вот здесь даже вот участок начал кто-то городить тогда. Все заросшее. Ну вот видно, что начали городить. Вот там стоит только одна постройка. Вот Максим Акамов строит по мере возможности. Приезжает и строит. Сейчас поедем, посмотрим, поснимаем для вас. Ну, а здесь вот такая дорога. Вот такая дорога. Тут градировали. Зимой чистят снег. А летом вот градировали улицу перед праздником солнцестояния. Вот тут мы собирали в прошлом году иван-чай. В этом году он растет, но еще не зацвел. Вот он, иван-чай. Вот только начинает выкидывать цвет. Вот он. Все это вот тут много его. Большие заросли. Только начинает вот выкидывать свет. Вот. Вот тоже только начинает. Так что, друзья мои, все. Вот. Вот тоже только начинает. Ну, сейчас уже, сейчас что не. В принципе, можно листья заготавливать? Можно. Но еще рановато, я думаю. Хотя уже, я думаю, что начнут. Тут вот было много иван-чая. Мы его весь листики оборвали. О, малина тоже еще зеленая стоит. Зеленая стоит. Улица, улица родная. Дом 4. Здравствуй, Евгений. Здравия, друг. Ну что, разрешите нам воды попить с вашего колодца? Пожалуйста. Здесь колодец такой выкопан. Сколько метров-то, Жень? 12 метров. О, 12 метров. Живая вода. Живая вода. Да, в деревню приезжает на поводу.
Сейчас попьем с вами воды ключевой, чистейшей, из недр нашей земли, матушки. О, холодная. Замечательная вода. Люди из деревни нашей Окунева, здесь 2 километра от этого поселения до нашей деревни, но это все входит в одну нашу деревню, деревню Окунева. Люди приезжают сюда за водой, чистая вода. Ну, кто хочет пить воду с колодца, такую вот, набрать с колодца ее собственноручно, вот таким вот макаром, приезжают, набирают, пьют. Круглый год вода есть. Здесь, кстати, у них даже насос. Водопровод есть, насос, да, стоит, вот электричество подведено, шланг. Включаешь в розеточку и, пожалуйста, набирай. Все-таки вкусная вода. Хорошо. Да, мы хотим еще почистить его колодец в этом году. А, вы думаете, заявило его маленько? Ну да, уже сколько лет, надо каждый год чистить. Угу. Ну что, пойдем посмотрим все следующее владение. Вода специально для полива. У вас же и огород есть? Да, она нагревается днем теплым. Все в этом поселении, в этом месте. Пчелок завели, вот и 2 улья. Пчел даже завели, 2 улья. Огородик, курочки, свои яйца. Курочки. А тут вот тогда Мишка заводил коз. Он так и не нашел коз? Нет. Ну, коз тогда он что-то выпустил, они куда-то ушли, бежали. И так и... Надо под присмотром, что ли, да. Да. А здесь вот скотина приходит с деревни. Вот коровы ходят, бараны ходят сюда. Сюда приходят? Они дальше идут, вот через поселение. И за кладбище, я за ними проследил, куда они ходят. Они за кладбище спускаются во вражек и там пасутся сами по себе. Вот видишь, нравится им совершать такие прогулки. Ну покажите нам на ваш огород. Огурцы, помидоры. Это помидорчики. Вот, это вы собственноручно? Да, уже вот, уже зависть есть. Пучка. О, ну что я скажу, урожай будет. Уже хороший. Урожай будет. Главное, чтобы туман не убили. У нас в Сибири туманы бывают такие. Мы накрывали, да. Серьезные. Ну вот сейчас они как бы еще не страшны, а вот в августе, там, угу, начало сентября могут быть туманы такие. Ну вот уже завязи вот есть, уже помидорчики. А, ух ты. Вот уже несколько штук там. Помидоры, ну что, классно. Угу. Классно, классно. Вам же в этом... В этом году уже вам электричество провели? Да, вот подвели, 8 мая подключили, у нас трехфазник там, 280. Ну все, вы теперь в цивилизации, как говорится. Мастерскую делать, столярное производство. А где вы хотите? Да вот в этом домике. А, вот этот сруб, это будет мастерская? Да. Еще соломы. Здесь плантация картошки. Да. По новой технологии она растет... Под сеном, под соломой. Природное земледелие. Природное земледелие такое вот. Термокультура. Да, все вот такое вот сделано. Полоть не надо, окучивать не надо. Копать тоже не надо. Солому поднял, взял сколько надо картошки. Да. А кто-то сейчас спросит, что это за сооружение? Это наша кузня. Это кузня. Это когда-то делал, звали парня Игорь Дружинин. Папой со своим, дядя Валера его, Валерий Петрович его звали. Проект был кузня, вот, пока да, не доделали. А он, не, Игорь Дружинин, тогда он сейчас в Подмосковье живет, вот у них привезли тогда, я помню. Они... Он стоял в другом месте, да, да, да. Перетащили сюда на волокушку. Ну а что-то тут хотели же это, более, что-то не кузню, что-то сначала они это, какой-то комплекс там. Я слышал, что кузню. Но это сейчас кузня. А, изначально, да, хотели что-то, ну, другое? Не знаю, что.
О, сруб, сруб. Это тоже, я помню, сруб, это Игорь, тоже Игорь Дружининов. Я помню, как-то перевозил даже сюда еще Мишка. Здесь жил у Максима. О. Тут у вас электричка подведена, свет. Ну, пока мы еще пока не осознали всей радости события. Ну, у вас было же это, электрическая батарея, это, солнечная батарея. Она работала, как это сказать-то, заряжала небольшие электроприборы. Ну, а тут все работает, мы пожалуйста. До сих пор на автономке мы пока еще не включали ничего. Так, и один домик оставим на солнечной панели. Ну, да. Потому что вот недавно ураган был сильный. Да, да, да. Не было света. Не было света, да. Ну, что, хорошо. Ну, а что, они приезжают, электрики смотрят, проверяют что-то или нет? Приезжали, вот как подключили 8 мая, и все. Ну-ну. Ну хорошо, слушай, я смотрю, тут же участки все распределены, а вот все что-то как-то никто не строит. Ну потому что-то... что света не было и туговато, да, все сейчас идет. Вот изменится строение. Ну вы зимой, если будет время, к зиме запустите, может быть, или будут средства. Такое? Ну да. Вам что, ее осталось еще покрыть? Вот, ну, на полы материал есть, осталось, да, крышу покрыть и, ну, окошки вставить, там, и все. Ну, печку еще, да, внутри. Ну, так-то она вот, я, это, пропененная еще к тому же. Ну, поштукатурить все равно снутри надо. А, ну, просто сложно. Ну, а что, ну, так-то, в принципе, кидай сейчас. Для мастерской это нормально. Материал, ну, да, и живи. О, крыша какая большая здесь у дома. Тут второй этаж сделан, теплый. В нем можно жить запросто. Запросто можно жить. Живем. У нас тут гости приезжали, 20 человек было. Наверное, на солнцестояние. Да, на фестиваль. А вот солнечная батарея. Ну и как она работает? Позволяет, у вас же есть аккумулятор там какой-то? У нас, да. Заряжает, у преобразователь и все? И освещение есть, да, и интернет есть, и заряжаем. Ну она, наверное, там немного дает, только, да, наверное, до киловатта, да? Я вот точно не знаю характеристиков, но она как накопитель идет. Ну-ну-ну. Через аккумулятор и... Можно заряжать гаджеты. Все у нас все на одной панели вытягивает. Ну, понятно. Ну и зимой же она работает. Да? Круглогодично. Круглогодично. Ну ночью только темновато. Ну, на одном аккумуляторе можно несколько дней просто. Там а вот обслуживаете же как-то ее или нет? Нет, вот просто поставили ее все, и да, стоит. Несколько лет. Вот. Угу. Главное, чтобы свет был, солнце всегда было, светило. Она даже когда солнца нет, она все равно энергию берет. Даже когда пасмурная погода, зарядка идет. Понятно. Ну вот смотрите, а то все говорят Китай, Китай. Вот, ага, точно, телефоны, характеристики. Ну а это вот кабеля подходят и идут в дом, снимают вот электричество и в дом заходят. Ну а куры яйца несут? Несут, конечно, да. Цыплят не вывели еще? Нет, мы вот в этом году завели только. Молодок взяли. Здесь у нас и старые были, и молодок подкупили еще. Понятно. А тут даже чай можно из самовара пить. Вот, да, на дровах работает. Ух ты! Редко в наше время увидишь самовар рабочий на дровах еще к тому же. Прикольно, хорошая штука. А это, что ни на есть, самый надежный источник света. Фонарь называется летучая мышь. Керосин, да? Интересно, керосин сейчас продают? Да, продают. Он раньше был более распространен, а сейчас так, меньше. Это всякие атрибуты, вещей, колесо.
телеги с конской. Дуга, все атрибуты такие. Деревенской жизни. Деревенской жизни, да. Даже лапти есть. Кожаные, правда. Не берез... не это, не с бересты. Ну и конечно же, куда же без этого атрибута? Четверть. Да, четверть. Старенькая, старее. Сейчас таких уже не встретишь. Ну, правда, тут ничего нету. Ну, но все праздники закончились. Жень, ну а что у вас в этом доме вот? Это и дом, гостевой дом будет. Да. Гостевой дом будет. Пока он пока, в холодном варианте. Да, пока. Летний вариант. Ну, можно приехать. Даже не летний, он еще без строительства. Там ни окон, ничего нет, ни печки, ничего. Ну, крыша есть. Ни потолка, ни полов, просто сруб. Крыша есть. Самое главное, что если начался дождик, можно в нем укрыться. Но и используется как в данный момент, как хозяйственный блок. Можно что-то положить. Как сарайчик. Да. Ну, как сарайчик, да. Как сарай. Ну и основное, конечно же, это у вас вот самый первый дом, самый первый сруб, который построили здесь, обжили и живут, живется. Это баня совмещенная, да, первый этаж это баня, второй этаж жилой. Тут даже вот антенна стоит, антенна 4G. 4G, да. Так что вот так, можно жить в деревне, глубоко где-то в лесу, но пользоваться благодаря антенне. Благодаря солнечной батарее пользоваться всеми благами цивилизации. О, кто-то где-то кричит. Лещика.